Александр Генрихович, как вы нервничаете? Генрихович, молодец. Насчет него все вытащили. А твое колдовство? Колдовство это? Да. Твое колдовство, ну. Аккуратно. Ну что же мы можем сказать? Да? Смотри, я тебе покажу. Кого? Александр Мостовой сегодня у нас проходил кто? Практику. Практику проходил, да? Стажировку. Александр Владимирович, мне Александр Бородюк сказал, что вы сегодня проходили стажировку. Да. А мы же тебе сказали, конечно. Чему вы научились? Ты видишь, на выезде не проиграли. 1-1 на чужом поле, понимаешь? Да. Вот уже, ты говоришь. О чем это говорит, на ваш взгляд? Причем без лицензии. Понимаешь, без лицензии не проиграли. Сказал перед игрой, что Алдунин забьет. Он и забил. Да. Вот, пожалуйста, он забил, а что я? Ну еще какой гол, ничего себе. А там еще... А если... Три последних дня его тренировал. Спасибо, спасибо. Вот, спасибо. Видишь, вот как да. Игрок должен говорить тренеру. Спасибо. А вы представляете, вот что будет? Я верил в него. Что будет, когда вы получите лицензию? Да ничего не будет, чего. Что будет? Ну это же будет? Это же мадридский Реал сразу. То же самое будет. Это же сразу мадридский Реал, Александр Владимирович. Да какой Реал? Почему? Сейчас нельзя доехать до Испании, нельзя, санкции. Ну какие выводы мы можем сделать из этого? Ну какие? Ну какие? Хорошо, сыграли здорово. Играли хорошо, сыграли. А почему не били пенальти, Александр Владимирович? Пенальти это не ко мне, вопрос не ко мне. Ух, какой вы были, да? Это на время Евро? Да, да, да. На время Евро? Это чемпионат мира. Это чемпионат мира. Четыре. Чемпионат мира, вы не входили на поле, Александр Владимирович? Не входил, я же был травму. Да, чего? Япония, Корея, Япония. Да? Ну, конечно, Майк. Какой вы были красивый. Ну, вы сейчас ничего, но тогда были вообще, да. Возьми себе, пригодится. Одну могу, да? На, еще друзьям каким-то. Давайте, да. А можно все забрать? Хоть люди, нет, все. Хоть люди будут знать, футболисты. Ну, ладно, почему будут знать? Все. Вот сейчас не снимай, пожалуйста. Хорошо, не буду.